Спросите имам. Онлайн-академия Медина – классическое исламское образование с нуля. Сделаем первый шаг вместе. Ссылка на регистрацию в описании. Ребенок может быть имамом в намазе по некоторым мазхабам. Например, имам Шафии считает, что это разрешено, ссылаясь на хадис, один из хадисов, что, который сахабис, подвижник, рассказывал, говорит, что мне было 6 или 7 лет, и пророк Мухаммад приказал, что самый знающий Коран может быть имамом. Поэтому его народ, его племя назначили его имамом, хотя ему было 7 лет. И имам Шафии и другие ученые как бы ссылаются на этот хадис, что ребенок может имамом без ограничения. Однако другие мазхабы считают, что нет, это недопустимо. Три остальные мазхабы, скажем, да, хамбалитские, малькийские и ханафийские. Потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что имам это человек, за который надо следовать, поэтому ребенок для него молитва это не обязательно, он делает как бы желательное, дополнительное, поэтому недопустимо, что я делаю обязательную молитву за человеком, который делает просто желательное или дополнительное. Поэтому они считают, что это недопустимо. Однако у них есть спор, даже те, которые запрещают за ребенком, можно ли за ребенком молиться, если это молитва дополнительная. Например, как тарауих в Рамадане. Все разрешают, потому что это считается желательной молитвой. Но Абу Ханифа считает, что в любом случае за ребенком, даже если это сунна, нафиль, то есть дополнительная молитва, даже в таком случае недопустимо.